Хочу познакомить вас сегодня с моделями Elite 4 и Elite 5. Elite 4, они очень похожи между собой. Elite 4 идет закрытая попа. Elite 5 трусы выполнены стрингами. Сначала ознакомимся с моделью Elite 5. Производитель Польша. Выпускается в трех цветах: черный, белый и бежевый. Выполнены из достаточно эластичного полиамидного волокна. Высокая линия талии. В трусах Elite 5 нет в поясе силиконового напыления, но достаточно прочная резиночка, что не позволяет скручиваться трусам. Выполнены они стрингами, разный текстиль. Здесь немножко слабее, чтобы не перетягивало поясничную часть, и более упругая ткань в районе талии и живота. Elite 5 имеет максимальную степень коррекции, что позволит сузить вашу линию талии где-то сантиметра 3. Elite 4 также выполнен из полиамидного волокна. Я добавлю, что Elite 5 и Elite 4 являются бесшовными моделями. Нигде нет швов, что позволит вам одеть облегающее платье и не будут нигде выделяться стыки. Elite 4 достаточно высокие, но здесь существует силиконовое напыление. Очень удобно, при наклонах ваши трусы не будут скручиваться. За счет своей плотности материалов и некоторых зон в разной степени текстиля позволяет максимально скорректировать ваш силуэт, сузить линию талии, приплющить живот. И в поясничной части тоже поднимает ягодицы. Здесь есть специальные выделенные зоны и разная степень полиамидного волокна по эластичности. Это позволяет не сделать перепоночки. Если слишком мы затянем силуэт, в зависимости от плотности вашей фигуры может возникнуть некоторые перепоночки. Тогда производители используют разную степень полиамидного волокна по эластичности. Силуэт будет равномерен, подтянут и исправит все недостатки фигуры, то, чего вы ожидаете от корректирующих трусов.